Добрый день, меня зовут Иван Глазырин, мне 29 лет, я молодой художник, спортсмен-паралимпиец, недавно окончил курсы школы актерского мастерства Юркена Губашева. На сегодняшний день в моей фильмографии есть большая роль Павла Журавля, это роль второго плана в фильме «Паралимпиец». Готов сниматься от комедии до триллера. Я художник, я рисую на воде. Ну, это такой слоган мой. То есть я одновременно занимаюсь рисованием и одновременно занимаюсь плаванием. И как бы вот из этого слоган такой рисую на воде. Я думаю, смелость делать шаг. Как я выше сказал, то, что я занимаюсь плаванием буквально 8 лет уже, 9-й год уже пошел. Вот. Лыжными гонками, то есть не каждый этим может заниматься. Вот. Ну, как бы я всегда себе ставлю цель и стараюсь добиваться ее. И дорожу теми людьми, которые рядом.